И снова всем здрасте. Иду в гипермаркет, вот в этот Лента. Там идет розыгрыш призов. Сейчас посмотрим, что там будет. Ну, недолго, думаю, минут 40 от силы. Девочка, зачем снимать? Уже ты же забрать будешь. Потом за это безобразие деньги снять. За это безобразие их надо всех уволить. Согнали народ, а толку никакого. Ведущий где-то спрятался. Гипермаркет Лента. Так проводят розыгрыш. Позорище закончилось. Вот оттуда он вещал. Вот там не слышно. Ну вот я и вышел с этого позорища. Это конченое позорище. Ведущий запечатался в какой-то кадуре. И его вообще не слышно было. Называет фамилию вообще по нулям. Не слышно, я его даже и не видел. Толпа стояла в коридоре. Много народу было. Призов 10 разыграли, наверное. И все. Одним словом, позорище. Потом стали, уже люди начали возмущаться. Они стали по громкой связи говорить победителя. В основном победители все женщины. Ни одного мужика, там пару человек, хоть и назвали от силы, и все. Все, я домой иду. Всем пока.